Современная техника открывает перед нами такие возможности и делает доступными такие развлечения, о которых мы даже мечтать не могли еще несколько лет назад. И квадрокоптер – яркое тому подтверждение. Думаете, что эта игрушка исключительно для мужского пола? Как бы не так. Привет, с вами Катя. В этом обзоре от компании «Алло» мы познакомимся с миниатюрным квадрокоптером SkyTec M62R. Это отличный способ прекрасно провести время. Я всегда думала, что квадрокоптер – это что-то очень большое. Поэтому была удивлена, когда получила в руки вот такую малютку с крошечными пропеллерами. Даже засомневалась, а способно ли это чудо вообще летать. А оно способно, да еще и как. Благодаря шестиосевому гироскопу системы стабилизации квадрокоптер чувствует себя в воздухе очень уверенно и хорошо реагирует на все действия пилота, развивая приличную скорость. Радиус управления составляет целых 40 метров. Встроенная камера с разрешением 1,3 мегапикселя позволяет снимать видео и фото. Можно создавать всевозможные прикольные видеоролики с высоты, заглядывать в ранее недоступные места или просто дурачиться. Квадрокоптер очень хорошо управляется. Мне хватило буквально пару минут для того, чтобы освоиться. А еще через несколько минут я уже лихо выписывала фигуры высшего пилотажа. Отдельно похвалю пульт. Он заметно больше самого квадрокоптера и очень удобно лежит в руках. Всевозможных кнопок куча, но никаких проблем с нажиманием не возникает. Все под пальцами. Подобные пульты хорошо знакомы всем, кто играл на Xbox. Принципы управления схожие. Кнопок много, но разобраться с ними несложно. Достаточно прочитать инструкцию и немного попрактиковаться. Для управления полетом используются вот эти джойстики. Левый служит для регулировки скорости, а правый – направления. Кнопки, расположенные под указательными пальцами, нужны для совершения кульбитов. Что же касается кнопок на правом и левом дипедах, то они используются для тонкой настройки и управления камерой. Очень маленькие размеры квадрокоптера не позволяют поместить в корпус очень большой аккумулятор. Одного заряда достаточно для 8-9 минут полета. Но поверьте, этого более чем достаточно для того, чтобы получить просто море удовольствия. Для питания пульта используются 4 пальчиковые батарейки. Их нужно приобретать отдельно. Есть у этого квадрокоптера одна очень прикольная фишка. Яркая светодиодная подсветка. В нижней части расположены красные и зеленые светодиоды. Смотрится просто великолепно. Да и потерять квадрокоптер в темноте становится затруднительно. Комплектация квадрокоптера заслуживает отдельного внимания. Тут вам и кабель для зарядки аккумулятора, и карта памяти с маленьким картридером, и отвертка. А еще набор запасных частей, лопасти, шасси и защита. Так что, если хотите сделать отличный подарок ребенку от 14 до 80 лет, даже не сомневайтесь, этот квадрокоптер будет отличным решением. Маленький, проворный, с красивой подсветкой, он понравится всем. Это гораздо больше, чем просто игрушка. А в этом обзоре от компании «Алло» с вами была Катя и квадрокоптер SkyTec M62R. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие обзорчики. А мы еще чуть-чуть полетаем.